Хой, Metalhead. Приветствует тебя Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Покупай на Фёрстери, продавай на Фёрстери. Мой ник Вархол. Я тоже продаю свои диски, пишу музыку сам, исполняю, сам издаю, ну, есть свой лейбл и издаюсь на сторонних лейблах. Я как артист есть на метал-архивах Максим Вехов и есть на Дискоксе, как под ником Вархол. Смотри, там все мои проекты, мои диски. Вот. Такс. Издаюсь я на кассетах, на демо-сидерках пока что. Вот. Скоро на винильчике будет. Так что такие дела. Вот. Вот получил посылочку от такого, от такой компании из Запорожья FMS. Я у них уже получал диски. Доволен, в принципе, ихним отношением к делу. Рекомендую сотрудничать с ними. Нормальные ребята, правильные. Правые, наверное. О, а это мой проект Диджей Колдун. Вот. Вот. Я будем делать вскрытие посылки. Ножик у меня что-то тю-тю сломался после запечатывания этого, как его, колонки. Вот, ну сейчас скрываем посылочку. Ножницы есть для этого. Аутопсия в Premise. Тут должно быть 11 дисков. Вот, запечатано в первый раз, когда я получал диски. У них было все запечатано идеально. Молодцы, чуваки. Респект. Да и сейчас, по-моему, тоже запечатано даже очень хорошо. Посылочка такая большая, мощная, чтобы тут с дисками ничего не случилось. Все запечатано как надо. О, Factory. Стоило это 45 гривен. Доставка. Agonize. Dark Electra. Люблю Agonize. Вот еще Agonize. Тоже Dark Electra. Alice in Chains. Заметьте, все в кулечках. Все как полагается. О, мой любимый Black Metal. Symphor Black Metal. Рифов Эмеральда. О, Astral Sleep. Тоже давненько не было такого. Давненько не слухал. О, God Model. Тоже Dark Electra. Люблю. Хайсика. Тоже Dark Electra. Обожаю. Так. Так, а Suicide Команда. Тоже Dark Electra. Классная тема. Так, Rabia Sorba, тоже Dark Electra, люблю, и Eternus Black Metal. Вот. Все, больше тут ничего нет. Все запечатано, супер-пупер. Ребята молодцы. Все сделано как надо. Претензий никаких нет к упаковке. Профессионалы. Вот. Так, коробку. Да. Теперь перейдем к самим дискам. Ну, начнем с Этернуса, да? Вот. Обзор, так сказать. Чтоб я не снимал потом. Если надумаю продавать, то не буду снимать, так сказать, уже. Коробка новенькая. Диск тоже нулячий.
Ну, буклетик немного залапанный, со следами, так сказать, какими-то. О, прикольно сделано. Есть, это у нас есть. Теперь перейдем. Я буду по отдельно. Да, коллектор буду отдельно от металла. Вот. Вот так вот, наверное. Так, грифов. Ну, тут они сказали, что диск там что-то с ним. Немного он поцарапан. Christian Termination, классный альбомчик. Ну, есть чуть-чуть такие царапинки, но незначительные. Тоже классный альбомчик. Был когда-то на болваночке. Клетик все в порядке. Ну что, царапинка там есть, но она небольшая, можно сказать. Коробка новенькая. Все идеально. Так, Тиаматик. Яма, тут тоже был когда-то у меня такой диск, это, наверное, обычный. А нет, с буклетом, о, классно. С буклетиком. Респект пацанам. Так что, такой мне уже, наверное, и не нужен. Этиком. Круто, я доволен. Так, Alice in Chains. Это тоже типа лицензия, что ли. Вот эту группу я люблю. Честно говоря, обожаю, блин. О, так тут еще и буклет есть, нифига себе. Супер, я доволен. Альбом классный, песни офигенные, блин. Диск нормальный более-менее. Ну, в принципе, я не вижу тут царапин, не таких, чтобы, как на Iron Maiden были когда-то. Вот.